тренировочный рейд клана. До плановых технических работ 13 июля. В период проведения ивента снижено количество ключей иного измерения, которое требуется для клановых рейдов. За убийство рейдовых боссов награду дается двойное количество сундуков славы иного измерения. Тренировка единства группы. До плановых технических работ 13 июля. В период проведения ивента количество опыта и аден, полученных в групповых подземельях, увеличено в 2 раза. Еженедельная поддержка тренировок. До плановых технических работ 13 июля. В период проведения ивента каждый день в 12 часов по почте выдается награда для тренировок. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Также не забудь апнуть новые соски, которые появились в разделе «Печать души». Потому что я когда-то давным-давно бегал, так, наверное, недели две, а потом кто-то случайно написал, как там соски, насколько апнул, я такой в шоке. Как всегда, ты можешь видеть график ивентов. Если тебе была полезна информация про ивенты, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, что бы ты еще хотел бы видеть, какие новшества в LoT 2, чтобы я мог делать для тебя контент.